Привет-привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. Хочу поздравить всех с Новым годом, всех благ, всего самого-самого наилучшего. Вот. Сегодня с утра пораньше я в своей мастерской, я уже сделала один эксперимент, записала там видео коротенькое, там минут 6, наверное, я его выложу. Вот. И сейчас я думаю, что надо записать полное видео. И показать, что вообще, и, ну, и естественно, я сама экспериментирую, и показать, что получится. Вот. Хочу всем пожелать всего самого-самого наилучшего, всех благ, всего самого-самого, чтобы этот год для нас был самым лучшим. Ну, как я обещала, я сказала, что я буду стараться выходить почаще в эфир. Ну, вот сегодня я решила, думаю, надо уже записывать видео, и, чтобы с вами увидеться и себя показать. Вот такую вид, я проснулась и сразу сюда. Вот, сейчас я спущу камеру, и сегодня хочу сделать, значит, вот таким совком. Но я сейчас спущу камеру, покажу, короче, вот таким совком. Значит, не как обычно я делаю, а сделать уже по-другому. Во-первых, я, значит, просмотрела свои видео. Вот представьте себе, что, оказывается, человек забывает, что вообще он там где записывал. Я уже вообще забыла, когда я что записывала. И оказывается, ведь с самого начала я вот именно вот этими и работала. А сейчас я пару таких вот сделала холстов, да, вот голубой делала, там зеленый, и говорю, ой, сама себе, такая красота, это же можно все мои холсты, те, которые там, ну, видишь, неважные, там, ну, не получалась там какая-то заливка, можно просто подкрасить и сделать вот так. А вчера вечером что-то у меня было время, ну, гостей не было дома, обычно у меня каждый день гости, вот. И это самое, думаю, дай-ка я попробую, посмотрю, что вообще я записывала там. И я увидела, что да, в 2018 году, с самого как бы начала, я как раз-таки делала вот на моей крутилке, все, я это рекламировала свою крутилку там, вот, и пользовалась вот такими вот, ну, это называется совок, ну, это детские совки там для детей. А есть еще, я еще делала какие-то другие там, значит, эти штучки, ну, в общем, их сейчас нету, когда я переезжала, не знаю, куда делась. В общем, долго не буду вас задерживать. Сейчас спускаю камеру и будем смотреть, вот что будем делать с этой. Так, сейчас потихоньку спущу камеру, потому что я что-то тут поменяла. Вот, смотрите, я поставила еще один столик, чтобы было удобно. И вот я надеюсь, что и вам видно, да? Так, сейчас. Смотрите, вот это у меня холст, который был уже... Ну, уже залитый раньше. Я его просто покрасила вот такой вот черной краской и золотистыми, ну, золото цвет. Вот. Сейчас буду пробовать, значит, делать на них вот такую заливку. У меня вот этот вот маленький такой вот, значит, совочек. И моя идея провести вот так и покрутить, как я крутила раньше. Я раньше делала вот такие, ну, правда, на других холстах, но вот сейчас буду пробовать на этой. Цвета красок я буду говорить, они у меня все смешаны с клеем ПВА, значит, вода плюс ПВА. Это мои старые замешанные, значит, эти краски. Я хочу их использовать уже, потому что уже давно... как бы они лежат, да, и мне надо их как-то использовать, и я решила, и получается очень классно, и не нужно ничего делать. Так, сейчас я вот так вот поставлю, чтобы было удобно, я надеюсь, вам видно там, я стою тоже рядом. Так, сейчас я возьму еще черную на всякий краску, хотя не хочется добавлять много черного, но все равно. Так, вот такой у меня совочек, значит, сначала давайте попробуем добавить золотого. Вот, у меня цвет золотой, клей ПВА, вода и цвет золотой. Я вот так вот сначала сделаю, чтобы первоначально мне помог. Ну, как бы сливалось вот правильно. Начну вот так, с золотого. Теперь я добавлю немножко белого в одну сторону, вот. В середину и в край, вот здесь. Вот, как бы получается
три линии я буду делать. Вот, надо поставить так, чтобы она у меня не падала. Дальше. На белый я добавлю немножко черного. Это совсем немножко называется. Я думаю, вам видно, да? Видно. Дальше. У меня есть идея. Значит, ну, давайте еще раз. На черный я добавлю вот этот золотой. И вот так вот, короче, будем сейчас делать эксперимент. Три у меня тут получилось ряда. Сейчас. Теперь я добавляю синий. Вот такой. Это у меня ультрамарин синий. Дальше. У меня есть вот такой вот цвет. Он такой голубой, но я его смешивала с зеленым. Это сама я тут что-то экспериментировала, что-то делала, в общем. Вот он больше голубовато-зеленый получился такой. Так. Дальше. И вот так вот по очереди, наверное, начну сейчас добавлять вот эти краски. Вот. Чуть-чуть опять, чуть-чуть совсем добавим черного. Ну вот, называется чуть-чуть, да, в середину попадает больше. Раз. И сюда, ладно, добавим. Дальше давайте добавим вот этого белого, чтобы он получился сероватый такой. Дальше. Вот у меня есть еще цвет. Такой зеленый. Я вот хочу попробовать еще вот этот зеленый, посмотрю. Ну, он не сильно зеленый, но зеленый. Как бы белый, зеленый. Не хочется всего одного там золотого тона. Поэтому, думаю, надо что-то менять, в общем. Так. Опять же, белый. Опять золотой. Так. Вот такой вот. Голубовато-зеленый. Он такой бирюзово-зеленый, что ли, как бы вот так смотрится. Дальше. Добавлю синий на него. Так. Я думаю, что, наверное, и в середину, что ли, сделать. А может, не надо. Ну, посмотрим. Ладно, может, и не нужно. Так, сори. На минуту. Так, извиняюсь, мне позвонил муж. Так, дальше что? Теперь на этот синий опять золотой. Вот, добавляем. У меня тут еще собаки лежат. Рядом со мной они никуда не отходят от меня. Так, на золотой я хочу попробовать добавить зеленый вот этот. Я, видно, да, или я там загораживаю? Новый формат, в общем. Не стала я яркое все делать. Я хотела яркое сначала, да, потом думаю, нет, не буду яркое все делать, а то и так ярких много. Потом еще покажу один холст, я тоже экспериментировала его. Вроде получился нормально. Так, ну я не думаю, что этого достаточно. Придется еще много делать. Побольше желтого. Этого этого золотого. Дальше. Ну, мне еще и нравится вот этот. Синий, когда он смешивается с золотым, он получается очень оригинальным. Вот. Дальше. Опять добавим. Вот такой вот бирюзовый вот в этот раз. Ну, как бы смешано все. И бирюзовый, и зеленый, и все на свете.
Опять зеленый. Я как бы не, ну, не чередую одинаково. Я делаю все, что в голову пришло. Вот то и сделала. В общем, называется так. Золотой вот сейчас опять добавляю. Дальше. Давайте уже на золотой немножко белого добавим, потому что тут его мало. Дальше. Дальше что? Давайте опять синий. Теперь опять золотой. Видите, это уже совсем по-другому получается. Ну, как бы в совок, но три делаю. Или можно 4, можно даже больше, если совок большой будет. Я вообще хочу попробовать сейчас на вот таких холстах, а потом хочу сделать прям на большом, чтобы большой был такой же. Вот. Что еще? Так, все, здесь и хватит или нет, не знаю. Ну, может, еще добавлю сейчас чуть-чуть. Так, давайте черного по чуть-чуть добавим. Не знаю, там я вам загораживаю, наверное. Так, что, какой еще цвет можно сюда вообще добавить? Может, вот такой какой-то, сейчас посмотрим. Тоже золотой, но другого оттенка. Вот это тоже золотой, другого оттенка. Посмотрим, как получится. Тоже из старых замешанных красок. Так. Что, хватит или уже? Не знаю, хватит или уже еще? Наверное, хватит, скорее всего. Наверное, хватит, да. Нет, все, наверное, хватит. Я думаю так. Лучше еще добавлю золотой. Чуть-чуть светлее золотой. И все. Так, вот так у меня получилось. Я надеюсь, что этого достаточно, потому что мне кажется, холст не такой большой, чтобы его тут. Сейчас я все уберу и встану так, чтобы вам было немножко, ну, видно, что я делаю. Так, ну вот, что у меня получилось, видите? Вот. Теперь, вот если у кого есть вот эта крутилка, она просто незаменимая, понимаете, да, вот я обожаю эту крутилку, я вам даже передать не могу, как я ее люблю. Так, значит, начинаем вот отсюда, сейчас немножко, чуть-чуть отодвину, чтобы было вам. Вот она. Вот, что я хотела. Я его и получила. Вот. Вот такой-то как раз я и хотела. Ну вот, видите, еще краска осталась чуть-чуть. Но я как раз хотела вот это. Чуть-чуть надо покрутить, много не надо, потому что она вся потом сольется. Сейчас я немножко пройдусь, значит, штучкой вот этой. Да, цвета очень оригинальные. О, у меня что, еще и не работает? Так, это не работает почему-то. Почему? Я уже давно не пользуюсь, наверное, поэтому. Нет. Сейчас я вам покажу ближе. Силикона не было у меня здесь никакого, потому что он здесь не нужен. Ну вот ячейки как-то появились, непонятно вообще. Видите? Ну, ничего.
Я не думаю, что надо крутить. Мне кажется, он и так нормально смотрится. Видите, и не работает даже эта горелка. Так, смотрите, как интересно. Красота же, красота. Вот сейчас буду делать на больших, вот ну, свои эксперименты буду проводить на больших. Можно вот покрутить немножко, она вот отсюда сольется сейчас. Просто мне не хочется вот рисунок портить, как бы. Видите, она начинает сливаться. Ну вот, красота получается просто супер. Так, ну вот. Сейчас я вам покажу поближе. И мы это посмотрим. Но она еще постоит. Она немножко у нас, конечно, поменяется. Потому что, вот видите, еще пузырьки здесь и есть у нас. Тут еще все повыходит. Пропал куда-то у меня, но черного мало совсем вышло, видите, здесь, потому что я и мало добавляла, белый вообще пропал. Остался, ну вот красота, мне нравится, я не знаю, как вам, скажите все ваше мнение, потом напишите. Жалко, что я вас, конечно, не могу прям вживую с вами говорить, вот так получилось, вот, видите, красотень, ну, я так думаю. Вот. Видите, я еще и поднимаю, чтобы вам видно было. Видите, вот эта вот прям полоска золотая, ну просто вот бомбический. Вот надо делать что-то такого, типа, чтобы именно золото было снизу. Вот тогда будет вообще по-другому смотреться. Видите? Вот так. В общем, вот такая заливка у нас сегодня. Холст можно еще потом чуть-чуть подкрасить или как-то. Но я думаю, что и так нормально. Видите? Все. Мои золотые, мои дорогие подписчики, всем пока-пока. Сейчас я уже закончила свои эксперименты. Вот. До новых заливок. Надеюсь, что... Я вот сейчас прям запишу. Это первая заливка, наверное, за этот год. Ну, она не первая. Ну, я уже пробовала там, но я ее не записывала, потому что у меня так красиво получилось маленький холстик. Смотрите, вот. Это я в краске вся. Маленький холстик такой я заливала. И он так красиво получился, там как будто бы дракон, дракоша какой-то, в общем. И пришла подруга, значит, говорит, а что ты там заливала? Я в Инстаграме увидела. Ну, вот такая вот заливка. Ее тоже зовут Диана, она моя тезка. Вот. И она это сразу я беру. Я говорю, ну ладно, бери. Вот. Так что первую картину, которую я не записала, но я ее сделала, маленькую 20 на 20, я ее уже продала. Вот, так что вот так вот, надеюсь, в этом году хотя бы начну делать заливки, и дай бог, чтобы, как говорится, моя энергия пошла в нужное направление, в нужное русло, чтобы на самом деле, я знаю, что с моей энергией, когда смотрю картины, я это чувствую, энергия очень сильная, очень мощная, и поэтому хочется, чтобы они нашли свои дома, чтобы, как говорится, люди их брали, радовались, и пускай приносят благополучие в дом. Вот. А сейчас пока-пока, мои дорогие. Все. До новых заливок. До новых встреч, короче. Я постараюсь записывать почаще. Все. Пока-пока. Я люблю вас. Пожалуйста, если можно, ставьте лайки, чтобы продвигался мой канал, потому что, ну, я, вы знаете, я не могу вот так прямо говорить, да, это уже у каждого, кто не, кому не нравится, вы можете не ставить, но я вижу, что очень многие смотрят канал без, значит, без вот этой добавления в друзья, называется, без подписки. Если есть возможность, то подписывайтесь, всегда рада, всегда общаюсь, ну, вот по комментариям, если вы пишете, я всегда сама отвечаю. Все, я вас очень-очень люблю, всех, 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 всех с Новым годом, пока-пока.